Всем привет! Сейчас я нахожусь в парке Шевченко. Вот, вчера мне пришло письмо, приглашение на кастинг в полнометражный фильм в Киев, приглашение. Вот, и я вот не знаю, я до сих пор сейчас нервничаю, я не знаю, сейчас вечер. Извините, что я в очках, просто я не накрашена. Вот, и я вот думаю поехать. Мне уже дали роль Камилы. Интересная роль как раз для меня. Девочка 16 лет, школьница. Познакомилась с парнем, который ей понравился, вот, и в итоге она была больна, и она умерла в конце. Да, конечно, первая роль, и она такая жесткая, вот, для меня мне надо ее сыграть. Вот, и сейчас я в раздумье, я не знаю, что мне делать. Либо мне ехать туда, в Киев, одной. И вот сейчас я нахожусь в парке Шевченко в Днепропетровске. Вот, и сейчас я поеду за билетами. Я буду себе покупать билет в Киев и поеду туда одна. Но так страшно, я раз в жизни была в Киеве, и то приехала без обратного билета. Обратного билета в Киеве не было, чтобы купить. И я просто со слезами крокодилами просто ходила и рыдала. У меня не было вообще даже денег на обратный билет купе. Вот, в итоге я приехала двумя маршрутками. Я приехала в Киев, ехала около 6 часов. Приехала в Киев только для того, чтобы полчаса походить, пофотографировать. Вот, даже если и не получится у меня, чтобы меня взяли на эту роль, я хочу просто услышать от профессионалов то, что они мне скажут. Я уверена, что на актрису, тем более такой роли драматической, мне не пойдет. Это типа что-то комедийное, либо что-то с матами. Вот, это для меня такое не алло вообще. Конечно, очень страшно будет ехать еще в поезде. Я в поезде вообще никогда не ехала. Это вообще капец. Вообще это ужас. Вот. В итоге капец, я нервничаю. Но я сделала для себя решение. Я поеду, попробую себя. Вот, даже если что-то не получится, тем не менее, я хоть поеду в Киев, пофотографирую уже нормально, похожу, поснимаю это все дело на камеру. Конечно, может быть, это и глупо для кого-то снимать, о, девочка одна едет в Киев, о, она себя снимает. Вот, но для меня это впервые, это интересно, и я еду одна, это вообще капец. Вот, и я обязательно все ролики буду снимать, и потом покажу вам, дорогие друзья. Все, в общем.